Со стороны казалось, что они ведут неторопливую беседу о том, как нестерпимо жаркие дни и что гроза, загрозившая к обеду, обрушится на крыши, обманула, и, видно, миновал стороной их городов, и, как всегда, посулы накажут недоверие с лихвой. Когда мы их забудем, что же, все правильно, в миру, как на войне. И если небеса на нас похожи, то мы их повторение вдвойне. И если был заранее угадан обман, он никого не обманул. И снег летел над обнаженным садом, и в сумерке сгущавшемся тонул. И мне казалось, воздух пахнет летом, и двое от молчания устав ведут беседу именно об этом. И кажется, я был почти что прав. Классная вещь, как она называется, чтобы запомнить и тебе заказывать? Она называется «Беседа».